Алексей Артамкин – воспитанник Ярославской хоккейной школы. Он дорожит этим. Во многом это определило его карьеру и жизнь. Он переехал из Ижевска в 2003 году всей семьей. И тогда дело было вовсе не в хоккее. Но в Ярославле остаться в стороне от него невозможно. В возрасте 5-6 лет родители решили переехать в Ярославль. Я на тот момент мало что понимал. Конечно, переехали. Вот. После того, как переехали, уже обустроились, отец меня сводил на хоккей, на «Арену 2000». Я помню, как мне запомнился весь этот ажиотаж, все понравилось. После этого, конечно, меня зацепило, как Ярославль – хоккейный город. В Ярославле многие ребята хотят стать хоккеистами. Вот. Ну, я, наверное, не исключение, вот, тоже понравилось. После чего пошел в школу, начал ходить в школу. Ну и пришли также отбирать игроков. Но опять тут такой небольшая неудача. Я на тот момент заболел. Вот. Моего друга взяли в хоккей. Он мне это рассказал, похвастался. Я очень сильно загорелся, попросил отца узнать номер. Все, отец все узнал, привел меня, понравился. Вот так и началась карьера. Самое сложное, наверное, было научиться кататься. Вот. На тот момент ты особо не понимаешь всей сложности, всей тонкости игры в хоккей и так далее. Ты просто приходишь и как ради удовольствия больше тренируешься, играешь. Вот. На тот момент, наверное, самое сложное было научиться кататься, стоять на коньках уверенно. И это тоже самое важное было. В первую очередь надо было этому научиться. Ярославль не был городом его рождения, но стал родным. Определил желание, дал мечту, возможность начать путь к ней. Но затем пришло время уехать. В Ярославле много талантов и очень хорошая вратарская школа. Став лучшим в МХЛБ, он начал завоевывать лигу с Череповецким «Алмазом». В Ярославле, конечно, город стал родным. И тренера, многие с которыми работал, и друзья, и родители все там живут. Конечно, было тяжело уезжать, но я понял то, что надо дальше развиваться, дальше куда-то идти, надо прогрессировать. Из-за этого нужно было ехать, и я решился, поехал. Череповец принял меня очень приятно, очень добро. Помогли с квартирой здесь. Тренера высококвалифицированные, тренера у нас. Вот, с питанием все хорошо, клуб хороший, ребята хорошие, общительные, все помогают друг другу. Вот. Ну, я считаю, то, что здесь хорошие перспективы, здесь дают много игрового времени, здесь доверяют больше. Все-таки Ярославле больше конкуренция, и там обязательно надо всех ставить, всем дать игровую практику. Здесь же поменьше вратарей, но всем тоже дают играть, и, соответственно, ты более развиваешься, чем больше играешь, тем более развиваешься. Вот. И надеюсь, все получится, все будет хорошо. Статистика Алексея Артамкина в юниорских командах заставила обратить на него внимание. Более 95% отраженных бросков в МХЛБ. Два сезона подряд он лидировал по этому показателю. Быть лучшим ему не мешают даже габариты. 175 сантиметров – не самый выгодный для вратаря рост. Но ведь дело не в росте. Частенько говорят, что нестандартные габариты. Да, но я много тренируюсь, много работаю над этим. Мне нужно это компенсировать быстротой, где-то выбором позиции. Это больше выкатиться, прочитать игру. Вот. Опять же, тренируюсь много. Ну, отдаю много времени этому, чтобы достичь какого-то уровня и продолжать прогрессировать. «Алмаз» – очень неуступчивая команда, особенно у себя дома. Отбирает очки у лидеров, громит средняков. Бывает и наоборот. В плей-офф цепляется в соперников мертвой хваткой, потому что в играх на вылет терять череповецкой молодежи нечего, а быть в финале эта команда может. Каждый год не хватает чуть-чуть удачи. И в этой команде стал своим Артамкин. Мы проиграли СКА 2-5, вроде 2-5, не помню точно. Вот, очень расстроился сильно. Ко мне подошел тренер, сказал то, что
не нужно себя съедать как в эмоциональном плане. Нужно проанализировать правильно, сделать выводы и идти дальше, потому что психология все-таки в любом спорте, и тем более во вратарской линии, она очень важную роль играет. Так что вот это, наверное, самый важный совет в моей жизни. В этом году получилось то, что тяжелая предсезонка была, вот, неопределенность с клубом было вот это. Это все, конечно, давит, когда ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Ну, ничего не зависит, и ты стараешься что-то делать, но это не дает результата. Конечно, в те моменты отпускаются руки, но в этот момент всегда есть у меня родители, девушка, и они очень сильно меня поддерживают. «Алмаз» занимает 5-е место на Западе. Это одна из немногих команд, пока ни разу не проигравших дополнительное время. Команда мало забивает, но по количеству пропущенных шайб она одна из лучших в лиге. Хорошие данные у вратарской бригады «Алмаза». Я не особо суеверный, но я бы назвал это более привычные действия перед игрой. Например, одна разминка, которая вот я привык, знаю то, что я от этой разминки полностью чувствую себя готовым, полностью чувствую свое тело. Наверное, вот эти какие-то маленькие нюансы, которые помогают мне прежде всего подготовиться к матчу. Сейчас в Ярославле занимается хоккеем его младший брат. Он тоже вратарь, так что эту фамилию вы услышите еще не раз. Средний брат играет, да, 2005 года в Ярославле, занимается хоккеем, тоже вратарь. Когда я еще в Ярославле был, помладше я был, и он, я к нему ходил на лед, тренировал его тоже. На земле тоже где-то вместе занимаемся с ним растяжкой, тоже все это вместе делаем. Мне кажется, на эту предсезонку уже будем вместе готовиться к сезону, потому что он уже постарше стал, все-таки 2005 год, сколько, 11-12 лет уже. Можно уже к себе брать его тренироваться. Новый год для Алексея – важный праздник, один из немногих моментов года, когда он может собрать за столом всех близких ему людей. И каждый год он загадывает желание. Не для того, чтобы кто-то его исполнил. Он привык исполнять свои желания сам. Болельщику прежде всего пожелаю, наверное, чтобы верили в свои команды. Я ко всем болельщикам обращаюсь. Вот, чтобы любили команды, независимо, как они играют. Вот, здоровья крепкого всем. Любви, наверное, и всего хорошего. Ну, а командам самое главное также здоровье, без травм. Побольше позитива и веры в себя. Верьте в себя, и у вас все получится. Проект «История МХЛ» желает вам здоровья, ярких моментов, побед и всегда только первого места. С наступающим Новым годом!